Как сохранить желудок здоровым? Как питаться правильно, чтобы избежать гастрита? Что поможет при изжоге, кроме лекарств? О таких весьма актуальных в наше время вещах рассказали на встрече в рамках школы здоровья. В этот раз она состоялась для воспитателей и других сотрудников детского сада номер 8 «Незабудка», который является структурным подразделением лицея номер 14 имени Гагарина. У воспитателей вопросы были в основном по профилактике заболевания желудочно-кишечного тракта. Люди все работающие, иногда приходится работать полный рабочий день, не всегда получается правильно питаться на рабочем месте. И поэтому вопросы возникали различного характера. Мы получили на них все ответы. Воспитателям рассказали, для того, чтобы сохранить желудок здоровым, необходимо избегать напитков и продуктов экстремальных температур, так как слишком горячие напитки смывают биопленку со слизистой и провоцируют гастрит, а слишком холодные затрудняют пищеварение. Перед приемом пищи врач рекомендовала выпивать стакан теплой воды. Сейчас очень большое внимание уделяется вопросам здорового образа жизни, поэтому обращаются и предприятия, и организации, и в том числе вот управление образованием очень активно, наши социальные учреждения очень активно обращаются, и мы, в общем, выезжаем. Инициативу поддерживает и «Единая Россия». В партии организован проект «Здоровое будущее», который направлен на мотивацию к ведению здорового образа жизни, повышение эффективности и профилактики заболеваний. Педагоги, воспитатели, они не только сами должны быть здоровы, они должны учить здоровому питанию, здоровому образу жизни своих подопечных. Школа здоровья регулярно проводится на базе Щелковской библиотеки семейного чтения. Евгения Корытько, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.